Новая раскольничья церковь на Украине сама трещит по швам. На Томас об автокефалии ее иерархи еще недавно были готовы молиться. И вот один из руководителей новой структуры, так называемый почетный патриарх Филарет, фактически признал раскол уже внутри недавно созданной церкви. Он обрушился с критикой на ее предстоятеля Епифания. Дескать, за 5 прошедших месяцев они ни разу не совершили совместного богослужения. Филарет решил позвать всех епископов раскольнической церкви на так называемую братскую беседу. Сначала Епифания на нее демонстративно не пригласили, а когда разгорелся скандал и приглашение все же было отправлено, уже сам глава новой церкви от него отказался.